Господин президент, давайте обменяемся. Кто эта русская мафия? Ваши эмигранты. Русская мафия уже переплюнула итальянскую Коза Ностру и японскую Якудзу. Я, конечно, дико извиняюсь, господа президенты, но сколько можно занимать телефон? Мне же нужно срочно дозвониться в Одессу. Бог мой, кто это? Как кто? Рабинович. Какой Рабинович? Откуда? Как откуда? Рабинович из русской мафии. Есть такая партия! Замечательная партия наркотиков из Таиланда! Вы полагаете, кто-то захочет искупать меня в кислоте? Мне от Брайтон-Бич до Дерипа. Полковник Петренко докладывает капитан Соколов. Разведчика может погубить красивая женщина. Отсюда вывод. Разведчик должен сам погубить красивую женщину. Здесь и там один и тот же бал. Из нашего казино так просто не уходят. Последний раз спрашиваю, где шейх? А я последний раз спрашиваю, где артист? Пусть от Брайтон-Бич до Дерибасовской. А! Вы будете свидетелем! Это мафия! Вот у меня такое ощущение внутри, что тебе сегодня обязательно повезет. На 100 тысяч повезет. А может на 150? Может быть на 200 тысяч, если ты сегодня же уедешь к своей маме, дорогой. Натрулай, Пикац! Погибли при исполнении! Кац, только контужен. Мафия есть, пока есть ее глава. А вы его не знаете? Немножко знаю. Настоящая фамилия Саддама Хусейна – Атик Усман. Если уж вы тут проявите гуманизм, я вам покажу. Здесь полно свободных мест. Контора Кац работает как часы. Мне от Брайтон Бич. Он взял на всех рулетках подряд. Шарик, слушайте, его как дрессированный. Другой, между Брайтон Бич и Дерибасовской. Главное в этом деле ловкость рук и никакого мошенства. Ни себя, ни вас дурить не стану я. Что ты не предпринимай. Я выиграл. Я бы хотел получить выигрыш. Дни свои прокашлял и гудбай. Может быть, ясноглазая Фатима. Да чего вы испугались этой гранаты? Она же ручная. Ты что, стальной? Да что я? Вот полковника Петренко однажды посадили на кол. Враги. И ничего. С тех пор только выправка. Строже. Thank you.